Ну вот, чаек я заварила, шаль приготовила. Вот такая у меня здесь красота. Чай обычный из пакетиков, но сейчас я его дополню горным сбором. Это травы, которые нам привозят из Узбекистана. Чай получается ароматный, очень вкусный. И вам показать этот сбор. Смотрите, всякие-всякие разные тут травки. Уже баночку открываешь, такой аромат. А когда наберешь в ложечку, вот я уже это сделала, видите, там есть травки. И сейчас вот еще хочу побольше зачерпнуть. Мои травки завариваются. Я хочу вам показать, как грустно сейчас выглядит моя веранда. Практически все цветы я убрала. Что-то пошло в компост, что замерзло, а что-то пережидает в тепличке переезда в город. Но этого мне мало, поэтому хочу сейчас вот этот стол украсить, поднять себе настроение и сделать красивую композицию. Скатерку я вам в прошлом видео показывала, как я ее поменяла с летней на осеннюю, да, такой оттенок золотой. Но сверху надо что-то обязательно поставить. Сейчас пройдусь по саду и что-нибудь допридумаю. Вот, друзья, какой букет я собрала. Осенний-осенний, красивый. Сейчас все это поставлю в вазу, и будет у нас с вами красота. Посмотрите, какой кувшин я нашла. Я про него совсем забыла. Убрала его весной подальше. Думала, осень не скоро придет. И вот такое чудо сейчас откопала. Ну, осенний, прелесть какая. Это дулевский кувшин. 60-й год, друзья. Представляете? Просто уже антиквариат. Но самое главное, он очень осенний. Для нашего букета самое то. Приступаем. Ну как вам эта красота? Мне очень нравится. Нравится все больше и больше, но есть у меня еще одна деталь и маленькая, но интересная история, как кто-то выбросил осень. Сегодня утром, перед тем, как поехать на дачу, я пошла на мусорку выбросить мусор и увидела около баков одиноко стоящий горшочек. Но горшочек не простой, а суперосенний. Посмотрите, как можно было осенью выбросить такой горшочек. Ну да, растение засохло, пропало. Но горшочек, посмотрите какой. Какой чудесный. Хорошо, что не выбросили просто в мусорку, где уже его было бы не спасти. А так я, конечно, взяла его, буквально схватила в машину. И привезла вот такое чудо на дачу. И теперь этот горшочек дополнит композицию. Мою осеннюю композицию. Давайте посмотрим, как это будет смотреться. Все-таки окончательно я решила оставить здесь вот такую композицию. Тыквы. Этот осенний горшочек, который таким чудесным образом ко мне сегодня пришел. Украсила я все это дело пасконником, кровохлебкой и очитком. И маленькой тыковкой. И, конечно, чашечка в осенних цветах, листья. Мне кажется, получилось очень мило. А вам нравится? А кувшинчик будет украшать наш основной стол. Тоже хорошо смотрится на фоне бордовой стены, белый кувшин и вот такие гроздья алые.
Осень тревожно стучится веткой рябины в окно, бусы кораллом рассыпав мне на прощанье назло. Терпкая горечь у ягод, напоминание о днях тех, что ушли листопадом и затуманились в снах.